Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Хасси. Хасси в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ICO Хасси с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, мы понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. В секс-индустрии, конечно, существуют на данный момент проблемы. И такая платформа, как Хасси, пытается предложить решение, свое видение. Можно сказать, что Хасси – это уникальный ресурс, который позволяет внедрить новое решение в сегмент сексуальных услуг. Да, такие проекты также являются невероятно перспективными и сегодня будут пользоваться популярностью. Ну, это отличная возможность использовать децентрализованную платформу и внутренние токены ресурса для того, чтобы объединять клиентов и женщин, предоставляющих услуги такого рода. На сайте мы можем видеть документы white paper. Нам предлагается их скачать для ознакомления со всеми ключевыми моментами проекта. Ну, что можно сказать о особенностях Хасси? Поставщикам сексуальных услуг придется заполнить профиль с указанием точного возраста и других нюансов. После этого система тщательно проверяет всю предоставленную информацию, чтобы удостовериться в точности данных. Ну, если все прошло хорошо, система выдает специальный сертификат, разрешающий деятельность внутри платформы. По поводу здоровья и болезней, также невероятно это важный момент. Он требует данные, которые подтверждают отсутствие различных болезней. Только в этом случае поставщик услуг получает право на сотрудничество с клиентами. Полное согласие. Система собирает специальный QR-код, который потребуется отсканировать сторонам сотрудничества. Доказательство согласия на секс сохраняется внутри интеллектуального контракта. Именно он является гарантией полноценного выполнения условий сделки. Также на этой платформе будут доступны объявления. Также на указанной ниже блок-схеме можно будет ознакомиться, как работает этот проект. Ниже нам предоставлен раздел «Дорожная карта». Можно отметить здесь четко распланированный график. Можно увидеть, что развитие проекта идет за планом, и команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также мы можем познакомиться с командой этого проекта. Здесь все хорошо, внушает спокойствие. Над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которые к тому же помогают, этой команде помогают известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Нам предоставлена информация о токене. Мы видим общее количество токенов, soft cap, hard cap,
название токена – HAS. Также нам предоставлена диаграмма о распределении токена. Здесь можно сказать, что команда оставила для себя и партнеров немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также есть распределение средств. Мы видим, пойдет на развитие оборудования, маркетинга, резерв, административные аспекты. Также на сайте вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами. Кликнув на каждый вопрос, вы можете увидеть ответ. Вы можете также связаться, оставив свой email, указав сообщение, вам на него ответят. Также вы можете стать подписчиками в одной из соцсетей и быть в курсе последних событий и развития данного проекта. На этом обзор нового ICO проекта HASI окончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!